Видеозаписи, она была тщательно проанализирована сотрудниками Медеутского РОП. Были установлены личности, которые фигурировали в ней как основные подозреваемые. Это охранник и предполагаемые сотрудницы данной компании. Охранник накануне был доставлен в полицейский участок для дачи показаний. Он признал полностью свою вину. А в настоящий момент женщина, которая фигурировала также в данном деле, она ссылается на том, что находится в положении и плохо себя чувствует, пока не является по требованию полицейских для дачи показаний. Но в любом случае это дело времени. В ближайшие дни она обязательно будет доставлена в полицию и даст свои объяснения по поводу случившегося. В настоящий момент в Медеутском РОПе определяется перспектива данного дела. В любом случае граждане понесут ответственность, то ли это будет уголовно, административно, сейчас решается и будет дана квалификация их действиям.